Лучшая плодородная почва в районе и погожие деньки. Земледельцы Ульяновского района зря времени не теряют. Уже приступили к полевым работам. В агрофирме Абушаев сажают овес, один из полезнейших для здоровья злаков. По влажной почве эта культура всходит буквально за несколько дней. Этой культуры у нас будет порядка 500 гектар. Вообще планируем на сегодня посеять зерновых групп и яровых групп. Это у нас получится почти 2500 гектар. Для полевых работ в хозяйстве закупили новенькие тракторы и комбайны. Их механизаторы показали в РИО губернатора Алексею Русских, который дал старт посевной. Мы уже опробовали? Пробовали. Ну как, есть мощность? Мощность хватает. Хватает? Хватает. На полях уже работают в южных районах. Кроме сева, фермеры занимаются подкормкой озимых культур, многолетних трав и бронованием зяби. В профильном министерстве отмечают, вся техника и удобрения готовы. В этом году посевная площадь в Ульяновской области составит более 1 000 000 гектаров. Также под урожай 2021 года было посеяно 318 тысяч гектаров озимых. Наивысшая площадь за 11 лет. Их состояние, как заявляют аграрии, не вызывает серьезных опасений. Анна Тищенко, Управда ТВ.